Всем привет! Я сегодня нахожусь на пирсе в Boat Lagoon, где проходит первая ярмарка Lighthouse Market. Назвать выставку-ярмарку у маяка обычным базаром или рынком никак нельзя. Она не похожа ни на арт-маркет на улице Дибук, ни на рынок выходного дня в Пхукет-тауне, ни на какой-либо другой базар. В ярмарке участвуют одни из лучших ресторанов острова и магазины, которые продают свои товары и услуги по всему Таиланду. Здесь вы найдете блюда тайской, азиатской и европейской кухни, свежайшие устрицы, органические товары, импортное пиво и вина, пхукетский ром Чалонг Бэй, одежду местных дизайнеров и предметы интерьера тайских умельцев-художников. Никаких подделок, никакой нелегальной продукции, только все самое-самое. Ярмарка предназначена для тех, кто ценит качество, а таких много среди тайских иностранных жителей острова Пхукет. Сюда можно прийти всей семьей или с друзьями, познакомиться с продукцией тайских косметических компаний, магазина органических фруктов и овощей, попробовать блюда и напитки в известных ресторанах острова. Располагается ярмарка на пирсе в Boat Lagoon, прямо рядом с пришвартованными яхтами. Сюда легко добраться с любого пляжа острова Пхукет. Желающие могут бесплатно подняться на маяк, чтобы посмотреть на лагуну сверху. Если вы проголодались, закажите что-нибудь на стойках лучших ресторанов Пхукета и присаживайтесь наблюдать за закатом под игру музыкантов острова. Как планируют организаторы, ярмарка около маяка на пирсе в Boat Lagoon будет проходить каждые последние выходные месяца, за исключением сезона муссонов с 3 часов дня до 9 вечера. Надеюсь, мой сюжет пригодится вам в будущем, и вы обязательно посетите ярмарку у маяка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на мой сайт и узнавайте первыми об интересных достопримечательностях и событиях острова Пхукет.